В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте, в студии Оксана Ветрова. В ДНР ввели уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. В минувшую пятницу на очередном пленарном заседании депутаты Народного совета приняли в двух чтениях изменения в статью Уголовного кодекса республики. За проголосовали 69 парламентариев. Предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества. Необходимость принятия предлагаемого законопроекта обусловлена усилением противодействия попыткам фальсификации исторических фактов, защите исторической памяти и недопущению умаления значения подвига нашего народа при защите Отечества. Важно отметить, что память о Великой Отечественной войне, о ее героях – это в первую очередь наша с вами совесть и ответственность. Более того, мы должны защитить подлинных героев, сохранить истинную историю для наших потомков. На неделю в Россию культурно-образовательную поездку для одаренной детворы Донбасса организовало Федеральное агентство по делам СНГ. Вчера 65 школьников из ДНР отправились в Москву, где уже сегодня встретились со своими сверстниками, приехавшими в столицу России из полусотни стран мира. Все они победители конкурсов и олимпиад по русскому языку. Организаторы подготовили для ребят насыщенную культурно-развлекательную программу на ближайшие 7 дней. И еще о поощрительных поездках детворы в Россию. Харцевские школьники уже неделю занимаются и отдыхают в учебно-методическом центре патриотического воспитания «Гвардеец» Приволжского федерального округа. Работа центра направлена на патриотическое воспитание молодежи, подготовку учащихся к военной службе, укрепление здоровья подрастающего поколения и развитие творческого потенциала школьников. Отправиться туда на учебные сборы представилась возможность и 9 подросткам из Харцизской и Зуевки. Поездка была организована при содействии главы ДНР Дениса Пушилина. До начала холодов в Харцизске обзаведутся новой шубой 2 дома на улице Вокзальной. Разумеется, речь не об одежде, а о декоративной штукатурке. В полном соответствии с названием такая облицовка утепляет дом. Сегодня наша съемочная группа отправилась на городские стройплощадки. На улице Вокзальной возле дома номер 49 уже не первый день работает компрессор. Рабочие городской службы единого заказчика наносят декоративный слой облицовки. Метр за метром здание одевается в новую шубу. Жильцам этой двухэтажки и соседних домов приходится мириться с шумом спецтехники. Как говорится, красота требует жертв. В очереди на капремонт фасада соседний дом номер 48. А на Первомайской 3 аналогичные работы выполнены уже на 90%. Сейчас подходят уже к логическому завершению, к своему, как по Первомайской 3, так и по Вокзальной 49. После окончания работ мы планируем объединить эти две бригады и поставить на Вокзальную 48, ну, так сказать, усилить. Материалы, предусмотренные сметами капитального ремонта, городская служба единого заказчика приобретает за счет бюджетных средств. Очередной, не менее ответственный этап работ – покраска. Для новой шубы, вероятно, выберут один из оттенков серого цвета. Все работы выполняются согласно сметной документации. Единственное, по 49-му дому руководством предприятия было принято решение, так как не в полном объеме был заложен ремонт фасада, мы своими силами будем выполнять все 100%. Помимо ремонта, собственно, фасада, в смете были учтены и другие важные для эксплуатации дома мелочи, отмечает Максим Часовников. И отмостка, и цоколь. Единственное, не было заложено ремонт вентиляционных труб. Это мы будем делать тоже за свой счет, потому что при обследовании мы выявили, что они нуждаются в ремонте. Ну и в целом для, так сказать, полной картины необходимо это сделать. Помимо бригад службы единого заказчика, в капремонте фасадов харцизских домов принимает участие и частная фирма, подрядчик у ЖКХ. Не так давно были установлены строительные леса возле дома 94 на улице Октябрьской. Эта двухэтажка тоже дождалась своей очереди на капитальный ремонт фасада.
На бульваре Шевченко в 4-м доме работы продолжаются уже 2-й месяц. Жильцы очень хотели бы, чтобы подрядчик побыстрее завершил ремонт. И окна квартир наконец-то можно было распахнуть. Слово за строителями. В Украине выпал необычно скудный медальный олимпийский дождь, еще более необычный снег на юге страны и вполне обычные осадки в виде посадок бывших добробатовцев. О самых громких с точки зрения украинских СМИ событиях далее в нашем дайджесте новостей Украины. Главной новостью прошлой недели стал политический теракт. Впервые в истории Украины вооруженный боевой гранатой террорист пытался захватить Кабмин. Правда, сдался он легко, из чего стало ясно, что речь шла не о подготовленной диверсии, а о спонтанном решении. А потом из самого факта, что террористом оказался бывший атошник Айдаровец, и из его объяснений стала понятна и причина этого спонтанного решения. Бывший военнослужащий добровольческого батальона был недоволен тем, что, по мнению самого Карабаха, государство уделяет ему и его экс-сослуживцам недостаточно внимания. Украинцы стали абсолютными лидерами по количеству оформленных видов на жительство в Польше, где на текущий момент официально проживают 277 тысяч граждан Украины. Для сравнения, это чуть больше населения Житомира, которое составляет около 270 тысяч человек. На юге Украины случился летний снегопад. В Одесской области одновременно с дождем и градом пошел снег, который, понятно, быстро растаял. Аномальное явление сняли на видео очевидцы, проезжавшие по трассе Одесса-Николаев. Снег лег на придорожную территорию и на окрестные поля. Из-за непогоды движение по дороге было осложнено, поскольку несколько деревьев не выдержали напора шквалистого ветра и рухнули на проезжую часть. С уходом в отставку министра МВД Арсена Авакова начались массовые чистки в системе министерства и задержание представителей близкой экс-министру ультраправой организации «Нацкорпус». Суд Киева отправил под арест на 60 суток без права внесения залога 7 членов «Нацкорпуса». Их обвиняют в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, занимающейся рэкетом. Отмечается, что участники ОПГ в течение не менее 3 последних лет кошмарили учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на слабоженщине. Группировки инкриминируются участие в нескольких эпизодах уголовных производств, открытых в Харьковской области, среди которых вымогательство с угрозами применения насилия и повреждением транспорта. В воскресенье 8 августа закончились Олимпийские игры в Токио, на которых украинцы показали худший результат за всю историю выступлений национальной команды на летних Олимпиадах. В медальном зачете Украина заняла 44-е место, имея в своем активе только одну золотую медаль. «Лето – это маленькая жизнь», утверждает в одной из своих песен Олег Митяев. И это правда, во всяком случае, для детворы одного из дворов микрорайона «Металлургов», в котором каждую пятницу случается показ мультфильмов «Под открытым небом» и чуть ли не театрализованное представление с участием несовершеннолетних самодеятельных артистов. На одном из таких мероприятий в прошлую пятницу побывала и наша съемочная группа. Обычный двор в микрорайоне «Металлургов» каждую пятницу становится центром притяжения для детворы, живущей в близлежащих домах. И так уже не первый год. А началось все несколько лет назад, когда один из местных жителей решил организовать для ребятни вечерние просмотры мультфильмов «Под открытым небом». Инициатива, разумеется, имела большой успех. И с тех пор на мультики к дяде Паше приходит все больше маленьких зрителей. Начали 4 года назад, просто на добровольных началах хотели детям приятно сделать, посмотреть, как это все будет выглядеть, какая реакция. Всем понравилось, все хорошо, поэтому начали, продолжаем в таком же регулярном, регулярно проводить эти показы. Детям нравится, они в восторге, все хорошо. С недавних пор внести разнообразие в кинопоказы вызвалась местная жительница Марина Сыч, которая, невзирая на свои каждодневные хлопоты многодетной мамы, взялась за организацию игр и конкурсов во дворе. Как и дядя Паша, тетя Марина быстро завоевала авторитет у местной малышни. У меня 3 красавцев, поэтому постоянно я веселю всех. Каждую пятницу у нас товарищ добрый дядя Паша, наш сосед, устраивает мультики. Мы решили разнообразить это и устраивать вечеринки. На прошлой неделе у нас была вечеринка в стиле миньонов. Мы с соседом бегали в очень больших костюмах
веселили детей, были конкурсы, призы. На эту неделю мы решили сделать вечеринку в стиле пиратов. О тематике вечеринки догадаться было нетрудно, поскольку, судя по ярким костюмам девчонок и мальчишек, было ясно. Харцизские черемушки подверглись нападению грозных, но симпатичных корсаров. Большинство образов придуманы организатором действа Мариной Сыч. Ну, миньоны у меня покупные костюмы, а так все, что под руками есть, то и делом говорим детям. Дети все приходят тоже, видите, в костюмах. Игровая программа была довольно насыщенная. Ребятам предстояло найти клад, продемонстрировать свою силу в соревновании по перетягиванию каната, сообразительность в отгадывании загадок, ну и, конечно же, хорошенько потанцевать перед просмотром очередного мультфильма от дяди Паши. Кроме мультфильмов таких длиннометражных, скажем так, я больше ничего не хочу показывать. Детям интересно это от начала до конца, как фильмы, это все прочувствовать. Естественно, сначала там коротенькие, там Том и Джерри и так далее, такое, ну, типа разогрева. А там дальше уже полнометражный мультфильм с хорошим концом. Ну, в основном мультики только, и все, для детей, только для детей. Что сегодня будем смотреть? Сегодня будем смотреть анимационный фильм «Кролик Питер 2». Многие мамы и папы считают, что для полного счастья их чадам не хватает лишь новой детской площадки или хотя бы некоторых ее элементов, поскольку детворы здесь, как нетрудно заметить, предостаточно. Что же касается развлечений, то уже на этой неделе для детской части населения микрорайона будет организована вечеринка в стиле ТикТок. Оказывается, для того, чтобы весело и интересно провести пятничный вечер, не обязательно дожидаться приезда в город профессиональных артистов или попросту завалиться на диван перед телевизором. Непринужденный и запоминающийся досуг вполне можно организовать и своими силами. В общем, будьте инициативны. И до встречи на канале ТВ-сфера. Когда злая колдунья Гингема сотворила ураган, она и не подозревала, что на ее голову свалятся проблемы в виде домика девочки Элли. Хрупкий организм старушки не выдержал неожиданной встречи, в отличие от ее туфелек, которые стали прекрасным трофеем для феи, убивающего домика. Подобно героям книги, волшебник изумрудного города, португальский мореплаватель Диагу Диаш не представлял, чем закончится страшный ураган, в который его корабль, следующий в составе флотилии в Индии, попал 29 мая 1500 года у мыса Доброй Надежды. Однако все закончилось неплохо. Судно осталось на плаву, правда, в гордом одиночестве. 10 августа глазам мореплавателей открылась земля, вдоль которой они плыли долгие недели, полагая, что это восточный берег Африки. В конце концов, Диаш догадался, что это очень большой остров. Так был открыт Мадагаскар. Среди его многочисленных обитателей наибольшей известностью пользуются лемуры – универсальное успокоительное, которое щедро прописывают на просторах интернета. 10 августа в нашем регионе спокойная погода. Днем переменная облачность, температура воздуха около 30 градусов. Восточный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью еще более слабый северо-восточный ветер. Температура воздуха 23 градуса. Облачно, возможны осадки.